Вот. Угу. Все? Да. Хорошо? Автор это, соавтор, это да? Добавим. Мы сейчас сделаем из нее лимитан. Ну, мастер-класс. Да. Очень так. Так. Кисть у тебя испачкалась сейчас. А тебе кисть уже другой эффект. Нет, смотрится прям. Где бумага? Бумага. Так. Бумагу берем. Мастихин вообще классно. Другой эффект. А мастихин мне дать? Да, есть там лишний. Лют, а где там мастихин? Более светлыми тонами определять. Есть, есть. Что? Кисть уже носит, а осторожно сейчас. Маленькая кисть тебе, маленькая кисть тебе не нужна. Мастихину есть у меня. Да, вычистили кисть. Да, и берем дом какого цвета? Дом вот такого вот зеленоватого. Да, он разноцветный тоже. Вот такой вот. Это вы сделали? Да, это я для тебя сделал, для здания. Ага. Так, придется воспользоваться. Дом тоже рисуем мазками. Да. Удобно вот горизонтально? Не такими длинными, нам а короткими. Вот. Мне кажется, вот и можно так, вот. Да. Это как-то настроено. Когда уже... Это как-то настроено. Хорошо, хорошо. Мазки не замазываем. Как осталось, так и оставляем. Не трогаем. Потому что это шедевр, то, что ты оставил. Вот так. А мы наоборот. Линчик, а ты боялась. Кисточкой, больше а не у тебя шедевр. Ничего не трогаем, все. Я тоже это так и оставляем. Пусть будет неправильно, но потом все исправится. Потом красный, это красный возник тоже. Я же тебе вот сделал красный? Еще. Да, вот перемешиваешь. Там красного нет, да? Есть он там, есть как. Видишь, какой красивый цвет. Ты мешай краски. Вот, вот так, вот так, видишь? Вот так, вот так. Пусть будет это чуть-чуть аляписто, но у тебя получится насыщенный дом. Очень цветной, насыщенный, красивый. Видишь, какой? Так, еще что это есть? Вот тут есть вот это, тоже продолжение, да? Мы будем выделять эти границы путем света и тени. Потом. Пока заляпай, на. Так, вот на клине тоже обратите внимание. Ага, нет, она за нами сидит. Она маски делает такие длинные. Она не слышит пока, да. Что нужно. А мы делаем короткие, но четкие. Видишь, так, короткие, но четкие. Да. Понятно. Что это больше? Короткие, но четкие. И у нас получается потом шедевр. Ты сначала, да. Так, здесь вот только вот тоже. Ничего этого не надо делать сейчас. Угу. Это все у нас сплошная масса сейчас, и без выделения границ. Ничего не выделяем сейчас. Это сплошная масса. Угу. Масса цвета сейчас просто. Мы выделяем цвет. Вот если вот как будто ты, у тебя диоптрий плюс 7,5. И тебя все раскрыто. И ты видишь только сплошные массы цвета. И больше ничего. Что-то мы видим. Да, а потом угу. Наденем очки, уже будем делать, конкретизировать, что же там есть на самом деле.